Оба-оба-оба-оба, так давай. Сука, встали. Так, да не надо, да, отвали. Так, они мне ничего не делают. Они просто постояли сзади, дураки. Друзья, здрасте. С вами Забава, а это зло внутри. Это прямо жуткая игрушка. Что происходило в прошлой серии, это просто капец. Там земля уходила из-под ног. Ты понимаешь, в чем дело? Да мы куда-то слетели на машине. О, боже. Короче, всем привет. Самым смелым и бесстрашным. Тот, кто любит прямо жесть, как я. Так, а что это у нас? Это, скорее всего, меня куда-то в больницу привезли. Я же был в этой машине. Мы одного из наших оставили, потому что он не вышел из той психиатрической лечебницы. Мы вынуждены были его оставить и уехать без него. Но взяли с собой врача какого-то, да, пациент был, по-моему, с черными глазами, помнишь? И мы три сотрудника полиции. Короче, девчонка и два... О! И два мужика. Это кто? Так. О! Нифига. Но это уже какое-то изменение идет. Какие-то монстры. Так, что это? В приозерном поселении найдены трупы. Причина смерти остается загадкой. Более дюжины изуродованных тел найдены в деревне Элк-Ривер. Несколько жителей пропали без вести. Какой кошмар! А мы-то где очнулись? Ой! А ты почему у меня не ходишь? А у меня не двигается. А у меня не двигается. Блин, у меня отошла клава. Сейчас буду. Друзья мои, у меня даже клава отключилась, отсоединилась сама. Говорит, не хочу, страшно, страшно. Давай не будем играть. Я говорю, надо, ты чё? Люди ждут. Так, это чё такое? Эй, так? Здесь кто-нибудь есть? По-моему, здесь никого, мужик. Смотри, это какая-то камера. Вай, какая ничего санитария! Тараканов-то капец сколько. Здрасте. Мы проснулись? Да. Что с остальными? Что с городом? Вы о чем? Прямо сейчас здесь, кроме вас, никого нет. Какой голос у нее! Слушай, это сто пудов психушка. Успокаивающий, типа, все хорошо, не переживай, не нервничай. Больница? Это плохая больница. Это очень важное для вас место. Да? Здесь вас всегда ждут. Меня положили в больницу? Боюсь, что я не могу вам ответить. Пожалуйста, распишитесь здесь. Если не распишитесь здесь, то не сможете сохранить свои воспоминания. Это типа сохранялки? Как прикольно, я сохранилась. Сюда, пожалуйста. Ой, там какое-то кресло стоит. Слушай, это вообще капец. Так я ж сохранилась. Подожди, это надо мне отойти от столика, иначе он так и будет мне писать. Сохрани. Я там три ячейки уже сохранила. Так, а я ищу за граммофон. Сейчас я подойду. Она говорит, пройдите туда. Чё время-то? 11:00. Ну, наверное, ночи, вечера. Наверное, потому что всё темно, как я не знаю где. Ну, или здесь нет уже пахнет окон. Пахнет лекарством. Угу. И мне это уже не нравится. О! Ой. А куда? Вот сюда подходить-то? Или куда идти? Все в порядке. Пожалуйста, расслабьтесь. Я тебе не верю, отойди нафиг. Так, о, какой-то фрагмент подобрала. Интересно. Пожалуйста, садитесь. Ты мне не нравишься. Можно я не буду, а? Мне страшно. Навыки? В смысле? Чё за навыки? Это еще что? О! Не сопротивляйтесь. Это для вашей же пользы. Нет. Стойте. Улучшать навыки можно с помощью зеленого геля. Блин, улучшить? Давай. Вау!
Видите? Так гораздо лучше. А мне эта комнатка Сестра, нравится. Я схожу с ума. А? Так, подожди. А чё пожар-то начался? Бля, нет. Чёрт! Я буду ждать. Это что-то типа... Это мы в машине очутились! Я же говорю, мы упали с обрыва в тачке. Правильно, правильно. Блин, я оказался в какой-то комнате, где там... Чёрт, что здесь творится? Эпизод второй, выжившие. Где я? Ну вот, видишь, где я, где... Кидман, ты где? Да по-моему, всем остальным хана полная. Тут что-то... Коннелли! Подобрать можно было что-то где-то. Во, во-во-во. Это как раз, наверное, ту зеленую жидкость, с помощью которой я потом смогу прокачиваться в этой комнате, я поняла. А как мы в нее будем попадать, хер бы знал. Ладно, чё, куда бежать, кого делать-то? Блин, ну спасти уже я никого не могу, да? Попытаться. Не-не-не-не-не-не-не-не. Попытаться не стоит. Ой, блин! О, что-то было! Во-во-во-во-во! Блин, оно так поблескивает очень плохо. А, это лекарство. Какое лекарство находится в этом походном шприце, неизвестно. Однако оно неплохо восстанавливает здоровье. Походном шприце, наверное. Давай. Экран снаряжения, использование предметов, выбор оружия. О, ну давай его используем. А я использовала, нет? Давай. Во! О, классно. Классно. Вот, я, короче, яркость немножко прибавила. Ну как немножко, на всю. Поэтому, если что, потом скажешь мне, если плохо, как-то ярко сильно. Ну, мне кажется, и так мрачно. И так мрачно, и так... И так нормально. Смотри, сколько вронков-то жрут. Как это ша! Ударить врага? На тебе по щам. Блин, а это кто вообще? На кого похоже? Ну, какое-то животное. Распотрошили какое-то животное. Ой, страшно. Мне уже сказали, что можно бить. Соответственно, сейчас кто-то появится, кого можно ударить. Страшно. Блин, здесь карты нету. По крайней мере, пока мне ее не дают. А я, по-моему, и в настройках тоже не видела, что есть карта. Блин. Вот тут что-то. Оп. Пачки. Так, а фонарик, о, подбирается, да-да-да. Мне уже нравится. Так, там какой-то дядька ходит. Не-не-не, не беги. Он плохой, у него что-то торчит, и он ходит. Он, подожди, не-не-не, к нему не надо подходить. Видишь, он как-то жрет. Он как-то жрет. А можно убрать фонарь? Во! Я выключила фонарь, иди ты в пень. С этим фонарем мы сейчас себя выдадим вообще. Это не может быть хороший. Он не может быть хорошим. Учитывая того, что он там кого-то жрет. 100 пудов. Ну, конечно! Тень, конечно, по тени было понятно. О! Что он ест какую-то плоть. А, в смысле, это те, которые... С которыми мы ехали, что ли? На тачке? Он говорит, Коннелли? А, который был... Который... О, боже, Коннелли! Который был за рулем, это водила. Поджечь? А, их сжигать надо, друзья мои. Блин... Так, если есть пистолет, надо искать патроны. Ну, это понятно все. О, нифига, у меня теперь фонарик-то, смотри, где. Оба-оба, а где он у тебя? Оба-оба-оба, классно. Ну, хоть не с этой лампой ходить, вонючей, дебильной, она... Так, чё? Фонарь? Тихо, я его уберу. Там вижу баночку. А,
Стоит кто-то, стой. Подожди. Не спеши, не торопись. Так, это что, выключи? Мы не такие лохи, как кажемся на первый взгляд. Понятно? А я могу его тихо убить? Тут есть что-то типа тихого убийства или нет? Он куда смотрит? Подожди. А это может быть нормальный? Больно, больно. Это пациент! Ты об этом? Ты Лесли, да? Я из полиции. Я постараюсь помочь. Постараюсь помочь. Черт. Как же мне отвезти тебя в больницу? Мне его жалко. Больница. 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 Больница! Ему тут не выжить. Это... Что за хуйня? Да. Какого хрена вообще-то? Обезвреживание ловушек. О! Классно, мне нравится. Получены детали ловушки. Детали ловушек нужны для создания стрел к арбалету. Агония. Используются в экране снаряжения. Говорю, нам тут арбалет дадут. Нам тут дадут арбалет. Так. Тише. Он куда-то сюда побежал. Эй, пацан. Где ты? А, shift, ускорение, расход. Блин, бежать сейчас надо будет, ага. Так, выруби пока. Нам намекают на то, что можно шифтом пользоваться, чтобы убежать. А от кого убежать? Вот это вопрос. Вот это вопрос. Я, по крайней мере, вообще никого не вижу пока. Но меня, возможно, увидят первую. Ой, блин! Подойдите к лежащему врагу и нажмите Т, чтобы его сжечь. Сожжение полностью уничтожает противника и расходует одну спичку. Скопление врагов можно сжечь одной спичкой. Сжечь можно не только трупы, но и противников. Там, по-моему, рядом с ним лежат спички. Правильно? Правильно. По-моему, да. Так, хорошо. Хорошо, этому мы научились. Этому мы научились. Давай! А мне все интересно, как попасть мне в комнату сохранения. Как туда будет ход? Блин. Что-то опасно, слушай, опасно. Ой. Что-то не нравится мне это. Блин, ну туда можно, наверное, зайти, ага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Чё это? Не боись, не боись, не боись. Всё хорошо. О, какая штучка. Дневник Себастьяна Кастеланоса, ноябрь 2004 год. Это как раз Себастьян, это походу за того, за кого мы играем, детектив. Наконец-то я получил этот жетон, детектив Себастьян Кастеланос. Отлично звучит, мне нравится. Говорят, мало кому удавалось сделать карьеру быстрее меня, хотя мне казалось, что ждать пришлось долго. Просто руки чешутся приступить к делу. Уверен, детектив из меня выйдет куда лучше, чем участковый. Кроме того, больше не придется носить эту чертову форму. Да и прибавка к зарплате тоже радует. В департаменте сейчас любая помощь на вес золота. Количество преступлений в городе зашкаливает. А, черт. Ой. Чего? Удерживать? Мы проходим какое-то зазеркалье? Что за... Я снова здесь? Классно, каефно. Наверное, я схожу с ума. Не-не-не, мужик, мне нравится это место. Мне нравится. Это как раз мы сейчас, наверное, слушай, дойдем до опять этого кресла и прокачаемся. А вот это, наверное, зеркало. Выходить отсюда. Да, да. Ой, подожди. Ой, мне нравится. Так, это у нас что, открывается? Нет? Нет, эти двери заперты. Закрыто. Закрыто. Хорошо. Это мы... Не пойму, тогда ли я видел кошмар? Или сейчас? В чем дело? Я думала, ты мне что-то скажешь. Слушай, я сохраниться-то сохранюсь, но я хочу... Подожди, давай вот тут посмотрим. О! Лесли пропал, Лесли Визерс.
Пациент психиатрической больницы «Маяк» пропал из запертой палаты. Это вот этот как раз, которого мы сейчас видели. Которого мы сейчас видели, с которым мы ехали в машине. Короче, вот эти все дела. Пойдем, я тогда сейчас, ну, если я правильно поняла, мы сейчас прокачаемся. Сейчас вот здесь потыкаюсь. Ой, О, это что? Не-не-не-не-не, слушай, там куда-то выходить. Не-не-не, это как раз, наверное, туда и выходить. Я еще тут ничего не сделала, чтобы выйти. Навыки. Нет, по-моему, друзья мои, игра шикардосная. По-моему, шикардосная. Итак. Ой, блин, вот здесь мне не хватает баночек. Оружие. А здесь что за запас? Тоже могу, кстати, это... это что-то типа сумки прокачивать. Боезапас могу для пистолета больше носить. Гранаты тут даже будут. Короче, давай знаешь что? Запас спичек. Давай я оружие качну. Множитель урона. Блин, не хватает на множитель урона. Давай скорострельность. Давай. Да. Ой да. Ну чё, погнали дальше, короче. Я хочу выпрыгнуть. Давай попробуем. Вот в это зеркало. Да. Телепорт мой зеркальный. Давай. Получится? Да, смотри. Ну ладно, мы, короче, все уже умеем, все уже могем. Так, выходи. А что ты так медленно выходишь, что я не понял? Что ты? Так, короче. Пойдем, наверное, в эту сторону. Здесь есть вообще дорога, есть ход какой-то. Карты не хватает, мне жуть как. Или мы оттуда пришли? Я вообще заблудилась. Мы там были? Так, судя по тому, что там кто-то бегает, мы там не были. У меня патронов 3 штуки всего. Блин, а? А может быть, можно их как-то обойти или нет? Черт! Скрытное убийство, напасть сзади. О, это классно. А как на него напасть сзади? Подожди. Мне надо, чтобы он задом этим повернулся. Давай. Потому что патронов мало. Я, если в него и попаду, то с 2 выстрелов только ушатаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тише. Давай. Получилось. Ой, прости, я что-то прям ножом, прям в череп, это капец. А тут я поняла этих зомбарей, или кто это вообще? Херова туча. Это очень опасно. Очень опасно. А что это у меня по краям появились черные полосы, я не понял. Как будто бы идет какая-то катсцена, но на самом деле я же иду, я же играю. Ой. Ой, что-то прямо шикардосное. Что-то прямо... Подожди. Куда он утащился-то? Здесь же кто-то есть. Он же куда-то прям ушел, в эту сторону, еще-то один зомбарь. Блин, я сейчас себя спалю. Так, давай ты разогнешься. Давай! Вау! Нифига себе! Вот это ты нифига себе, мужик! Уважаю. Чё это мы правда с тобой крадучись-то? Подошел, херакнуло все. А, блин, это эти. Банки, бутылки лежат, пустые. Ими, видимо, можно отвлекать, как обычно. Эй, парни, вы местные? Подскажите, где... Я больше не могу... Он превращается! Он, походу, превращается! Жесть. Ой, блин. Ой, красота какая неземная. Вон туда. Нет. А, нет боеприпасов, там все кирды-верды. Да беги ты! В смысле, ты чего? Блин, это я shift, короче, взяла, shift нажала, и он у меня что, сразу типа. Так, прячься!
Он выдохся сразу, прикинь? Так, Shift вообще опасно нажимать. Он сразу останавливается. Вот такого я, кстати, не видела ни в одной игре, в какой играла. Он сразу останавливается. Блин, он за мной идет. Ты что, за мной, мужик, ты что? Ты что? А если я тебя атакую? Так, иди сюда. Я попробую тебя бить. Опа-на, да. Чё подобрала? Это как раз для... блин, 6 патронов всего. А чё ты? У меня, правда, спичек нету. Капец, кобзда вообще. Спичек нету, это значит, чё, он станет? Вот это да. Вот это да, я тебе скажу. Слушай, ну игра шикардосная. Игра потрясающая, мне нравится. Если тебе тоже нравится, обязательно лайкни. Лайкни меня, лайкни, пожалуйста. Так, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А может я его ушатаю, да и все, чё я? Чё я, кого я? Блин, два, их тут два. Вот так, вот так. Никакого автоприцеливания нет, это можно, видимо, просто мне включить. Автоприцел. Так, чё с тебя ничего не выпало нахер? Ну туда иди. Так, забеги сюда. Так. Вот это я нифига себе! Сказала я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так, гасимся! Быстро! Блин! Боеприпасов нет! Нету! Ты олень вообще, у тебя ничего нету! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, беда-беда-беда! Отворяй ворота, блин. Вот так вообще на. Все. Ну, я увидела, куда идти надо, к большому забору. Ай-ти-та-ти-та-той-той-той-той-той-той-той, как же мне тебя убить? Как же мне тебя не бояться и к тебе подойти как-нибудь вот так. Опа-на! Да! Забавка, молодец. Спичек нету. Спичек нету. Но я надеюсь, этот не встанет. Хотя... Хотя, может быть. Короче, где мне еще бы найти баночку, чтобы отвлечь, так сказать, следующего? Следующего. Так. Сука, сейчас повернется. Конечно. Где прицел-то у меня? Прицел-то где было что подобрать? Да блин. А, факел-то не надо мне его. Не надо, убери этот вонючий факел. Так. А я могу вот здесь вот так вот пройти, не зацепившись? Да, вполне. Вполне себе. Да ёлки! А если я его сюда заманю? Да! Съел. Съел, маленький засранец. Я тебе не хухры-мухры, забавка. Резидентов там сколько прошла? О! Так, давай, подбирай. Это у нас с тобой патрончики. Давай. Хорошо. А что в смысле открыть? И что? А, вот он, с этой стороны. Давай, подбирай. Очень надо, очень надо. Так, мне нужно... А что, я их всех убила-то здесь? Надо мне как-то осторожно, чтобы меня никто не видел. Мне надо, да, дойти вот до этой штуки. Но я боюсь, что когда я начну ее крутить, они сюда сбегутся все. Но у меня 12 патронов, я их мочкану. Просто дело в том, что у меня автоприцеливание не включено, все по-честному. И они такие юркие, оба. Так, давай. Сука, стали. Так, да не надо, ты отвали. Ай, я не могла от нее отцепиться. Так, они мне ничего не делают. Они просто постояли сзади, дураки. Прикинь, как мне
повезло. Ой, они просто постояли сзади. Ну, мне это определенно нравится, друзья мои. Прикол вообще. Ну, потому что забавка, они сказали, да чё мы, ты все равно победишь, иди уже так. Иди уже так одна. Так, это-то чё у нас? Какое-то помещение или что? Блин, ну давай включу. Включу, пока опасности нету, подбирай. Это мы все, вот эти банки зеленые, это мы собираем для прокачки, мои хорошие. Кто не понял, то первый раз, как и я, в этой игре. Ой-ой-ой-ой-ой. А как? А как? Это надо мимо них пройти? Господи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. Не отвлекайтесь. Не отвлекайтесь. Не-не-не, я вам не мешаю. Приятного аппетита. Приятного, так сказать, аппетита. А куда идти-то? Аппетита тебе. Так. Дальше кустиков-то, по-моему, и нету. Ой-ой-ой. Ой, можно в кустиках? Можно вот так. Можно вот так, вот так, вот так, вот так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чёрт. Давай. Надо убираться отсюда. Да быстро. Меня сейчас быстро. Чёрт. Ну сделай что-нибудь. Ты куда? Опа, ничего себе, ты видел? Вот это я крутой, я крутой. Чё, туда прыгать? Это прям экшен, экшен. Чё, разочаровались, ага? Чего это? Ну, идите дальше кушать. Эпизод второй пройден. Ой, ну слушай, по-моему, очень классная, потрясающая игра. Мне безумно второй эпизод тоже понравился. Тоже такой экшен, 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 экшен. Если понравилось, ставь лайк и обязательно оставляй комментарий. Поцеловала, обняла, ушла, люблю, мои хорошие, пока.